Добрый день, дорогие друзья, с вами Николай Субботин и канал «Протоистория». Недавно на телеканале РЕН-ТВ вышел мой новый фильм с рабочим названием «Допотопный Питер», в котором мы попытались рассмотреть и рассказать новые версии возникновения колонн, гранитных колонн, которые несколько лет назад были обнаружены в Финском заливе. В мае и в июне 2020 года мы совершили туда две экспедиции, провели замеры, исследовали местность вокруг, в том числе осмотрели старые каменоломни, предположительно 19-го, может быть, конца 18 века. И, соответственно, у нас появились собственные версии, откуда эти колонны появились, куда они доставлялись и для чего они были предназначены. Ну, собственно, об этом и рассказывает мой фильм на телеканале РЕН-ТВ, ссылки на который вы найдете в описании. Но нужно понимать, что огромное количество интересных материалов и версий остались за кадром. Ну, потому что формат 45 минут, который выходит на федеральных каналах, не позволяет рассказать обо всем интересном, что происходило на самом деле. Собственно, об этом мы и поговорим в сегодняшней первой серии, посвященной съемкам документального фильма «Допотопный Питер». Услышим намного больше мнений специалистов. Ну и уже сегодня мы знаем, что колонны были доставлены в Выборгский музей Эрмитажа. Буквально в начале октября их вытащили на берег. Сейчас любой желающий может их посмотреть. Но самое что интересное, уже сейчас наши ученые начинают выдвигать еще более шокирующие версии, о которых мы рассказываем на телеканале. На самом деле, каким-то образом они уже провели датировку колонн, то есть сейчас уже фактически официально называется возраст 200 лет. Говорится о том, что вот те фрагменты деревянных каких-то конструкций, которые находились под колоннами, точнее не под колоннами, а под гранитными блоками, которые находились рядом, являются остатками какой-то барки. Но на самом деле все это не так, и именно об этом мы поговорим в сегодняшней серии и в последующих наших сюжетах, посвященных съемкам нашего документального фильма. Итак, вперед, дальше будет интересно. Значит, дело было следующим. Колонны, которые лежали у нас около Выборга, на дне, недалеко от берега, уже давным-давно их фотографии висели в интернете, в свое время «Пятый канал» их снимал, но так раньше предполагалось, что они находятся в запретной зоне, то есть там были воинские части и также приграничная территория. Мы хотели съездить туда еще лет 5 назад, но тогда туда нужны были пропуска, ну как-то поездка не сложилась из-за того, что как бы территория была закрытая. Вот и тут вдруг в мае месяце мы видим, что этими колоннами заинтересовались наши коллеги. То есть, мы думаем, проехать можно, если то давайте попробуем съездить. И вот 29 мая мы такой маленькой мини-группой, значит, Таня Гастикова, Анна Кириловская, Владимир Козин и я, организовались и поехали. Куда ехать, мы понятия не имели, конечно, спасибо Николаю Субботину, он скинул нам геолокацию именно по этим колоннам. Значит, мы приехали сначала, ну как, 29 мая, понимаете, то есть мы приехали на плато, поставили там машину, первое, что набросилось в глаза, то, что это плато как будто какая-то взлетно-посадочная площадка для НЛО, понимаете, то есть ровный гранит абсолютно, гладкий, свежий, ровный, как будто вот вчера родился, и еще по нему через весь этот гранит идет распил. Смотрите, ребята, мы прибыли на какое-то плато, это просто действительно взлетная площадка для НЛО. Мало того, что... Ну, Анечка, покажи, пожалуйста, по кругу. Это просто такой огромный гранит. Огромное гранитное плато. Гранит старый, гранит усталый. У него очень крупная зернистость. Но самое потрясающее в этом граните, это вот эти вот надрезы. Эти надрезы, которые уходят вот, прям туда. Некоторые ли недорезанные. Некоторые недорезанные. И посмотрите, как сказал Владимир Козин, у нас сегодня таких технологий нет. Похоже даже не на циркулярную пилу, а на водно-абразивную резку. Мы разинули рот, стоим, смотрим, изучаем эти граниты. Вот тогда-то мы и поняли, что граниты бывают молодые, и они действительно совсем недавно здесь вышли из-за разрыва земной коры. Такое произошло. Потом стали обращать внимание, что и весь Выборг на них стоит, и остров Гогланд, и в Финляндии много такого гранита. То есть мы стали находить такие вот гранитные лепешки, которые недавно вышли из жерла планеты Земля. То есть совсем недавно он мог быть мягким. Это точно. Какая? Плазменная? Вот что-то, да, или
пескос... ну, у него водоструй, там водная технология есть, такая водная резка. Вот, смотрите, как режут. Водная резка. Ну, это технология 21 века. Короче говоря, да. Ну, так видите, значит... Там вода... Канатная, знаете, вот канатная. Нет, похожа. Она вот, она, это не, ну, не а трос. А здесь чуть более плотно просто был кусок, и она немножко изогнулась. Нет, там такая, она, это не тросовая пила, ничего. Не тросовая? Вот, в данном случае, вот мы вот в руле, там 5-7 сантиметров, вот они, предел. Это самые крупные фракции полевого шпата. И что это значит? Вот можно, если мы возьмем колонны, например, Александровскую, да, или угу. Там с другой стороны более мелко дисперсионный. А если возьмем колонны Казанского, с другой стороны, внутри, как бы слишком впечатлительными тоже не надо быть. То есть вот эта порода гранита, она не подходит ни к Александровской колонне, ни к Казанскому собору. Короче, какая крупная рапа, да? Она более крупная, она более... Она крупнее, крупнее, чем Александровская или на Исаакиевском соборе, но меньше, чем на Казанском соборе. Вот так вот. По своим этим... Но поиск самих колонн для нас был достаточно сложным, потому что 29 мая воды еще слишком много, их не видно. То есть мы видели фотографии, которые были в интернете, когда люди с них прыгают, там на них фотографируются, да, это как бы потом, это то же самое в июле уже наблюдали, когда они просто торчат из воды, их видно с берега. А тут у нас еще лето наступает только, то есть, ну, конец мая, и просто водная гладь. В каком месте искать колонны, вообще непонятно. Ну, смотрим локацию, пытаемся настроиться, смотрим туда, не получается. Приходим на тот пляж, где должны быть колонны. Я говорю, хорошо, что сегодня есть вот эти вот средства связи, что вот геолокация показывает вплоть до каждого вот квадратного сантиметра именно эту нужную точку. Если бы такого не было, мы никогда бы их не нашли. Значит, пока Владимир Козин наскочил лодку, Анна Кириловская на это дело плюнула и пошла пешком проверять акваторию. Наша Аня ищет колонны. Аня, удобная бухта для причала, да, прекрасно. Иди, вот уже не где шла, а вот здесь или здесь? Где? Ближе к камням? То есть искать колонны. Нашла плыть. Ну, колонны она не нашла. Единственное, что она выяснила, что это очень была удобная бухта для захода кораблей. Говорит, очень удобная бухта, кричала Аня, показывая, что ее вот глубина такая. Что ей вот, ну там, чуть выше колена. Да и то во время прилива, понимаете? То есть корабль туда зайти никакой не мог. Летом, когда мы там были, было понятно, что и плот туда зайти не мог, потому что там было сантиметров 30 воды. Вот. Потом Володя выехал, короче говоря, колонны нашли, но они были под водой. Мне стало интересно, я поперлась тоже пешком туда к этим колоннам. С видеокамерой в мешке, а мешок в зубах. Вот. Ну и мы, конечно, занялись чем? Начали колонны исследовать. Конечно, через воду их было не так хорошо видно, но нам удалось снять замеры. Эти колонны, выяснили, что они в толстой части 1,40 м, точно. Но эти колонны вызвали у нас, как говорится, больше вопросов, нежели ответов. Ни одному собору они, понимаете, или не подходят. Сделаны не в этом месте, судя по, как говорится, имеющимся каменоломням. Ну, точно, вот не на самой вот этой вот территории. И при этом, как они туда попали, тоже не ясно. Потому что если глубина ниже, чем по колено, летом, но пусть она там во время прилива метр, но это не судоходная глубина, то есть был какой-то засып. Если поднять воду, то зальются все эти каменоломни, то есть странный момент. Вот и плюс к этому сами по себе граниты слишком растресканные, то есть они старые. Чем старше гранит, тем больше у него трещиноватость. Это, как говорится, на сегодняшний день известно, что только в 70-е годы у нас 20 века был найден один более-менее большой гранит. И наши решили подарить Брежневу новую Александрийскую колонну. Но с современными технологиями им удалось вырезать только обелиск, который стоит на площади Восстания около Московского вокзала в Питере. Но с другой стороны, к этому обелиску у меня есть тоже вопрос. Потому что в свое время у нас около Казанского собора стоял обелиск, потом он неожиданно куда-то пропал, и следы его затерялись. И вдруг возникает новый обелиск. А не он ли случайно переехал к Московскому вокзалу? Как бы вопрос. По технологиям Александрийскую колонну создать мы уже не можем. Также мы не можем найти такой большой гранит, даже для одной колонны на Исаакии. Но вот эти колонны тоже неизвестно, ветром туда занесло, и неизвестно, как они там оказались. То есть могу сказать, что это было, конечно, очень увлекательно, и мы ждали лета, когда нам удалось наконец-то их исследовать. Теперь будем исследовать Выборги. Очередная попытка. Аня и Володя плывут к колоннам.
Интернет не ловит, на ролики включить невозможно, чтобы посмотреть, где колонны располагаются по отношению к этим камням. Фотки тоже не догружает. Вот здесь вот край видно, здесь смотри. Да, снимаю видео. Ой, еще пока есть несколько секунд. Так. Тем веслом, да, подгребите чуть-чуть. Во, мы плывем над этими колоннами, которые в заливе. Да. Вот, и хорошо видно солнце. Да, сейчас да, вот. Да, да. Мы сделали это. Вот весло прям. Да, вот поближе, вот, чтобы видно было рапу, что она достаточно крупная такая, от 3 до 6 сантиметров. Угу. Да. То есть крупнозернистая порода рапакиви. Крупнозернистая, это запомнил. Но опять же, вот если взять казанский сорт, то здесь есть 15 сантиметров. То есть это однозначно не казанский сорт, 100%. Сколько оно применимо к исландскому? Сейчас я буду еще сниму, который вы не слушаете. Колоннам, я думаю, что они вообще появились раньше здесь, чем наша цивилизация. Намного раньше. А вот эти блоки, которые лежат перед колоннами, это, грубо говоря, на волокушах зимой по льду. Их подтаскивали туда, пытались сделать пирс, на который можно было бы их вытащить. Судя по массе, там не меньше 80 тонн каждая колонна. И как они пытались вытащить, я не знаю. Но бревна туда под нее подсунуты. То есть, видимо, все-таки была попытка. Под одну, да. Попытка была какая-то. Но для чего она была сделана? Либо затуманить мозг людям, что вот здесь каменоломня, здесь это делали, возили потом в Питер. Непонятно, зачем на такое расстояние возить и отсюда брать гранит, когда под Питером свои каменоломни есть. Тоже непонятно. И вот насчет того, что круглыми они не могут быть. Правильно? Они не могут быть круглыми, да. Да, то, что вырубали, абсолютно. Если вдруг какой-то материал, везли в мастерскую и там делали. Да. Сейчас вот очень много так. Я езжу по каменоломням тоже, я смотрю по уж действующим, как добывают камни, какими способами. Я ни разу не видел, чтобы прямо на месте его обтесывали. То есть камень делается большой, грузится куда-то, отвозится в мастерскую его уже доводят до нужной кондиции. Только так. Что, говоришь, тут за версию рассказали, Григорий? Ну, местные жители, значит, женщина, мужчина, сказали, что где-то лет так 10 назад они здесь отдыхают. И как бы здесь было 5 или 6 колонн. Вот. И где-то лет года 4 назад сюда приезжала какая-то организация, московская, непонятно кто, короче. Увезли, тут краны были, они привезли краны и все прочее, то есть поднимали эти колонны, и сколько там было, штуки 3 колонны они увезли. Вот, это из Москвы приезжали люди. Значит, что еще? Соответственно, если 10 лет назад они отдыхали, здесь было 5-6 штук, она четко абсолютно говорит. И что здесь вот, кстати, вот туда подальше пойти, там, говорит, точно каменоломня, там мастерская какая-то. Вот, я думаю, сегодня там вы сходите и там увидите все. Вот, поэтому вот эти вот бревна, которые туда частично мы видели, да, там они под колонны уходят, заложены бруски. Ну, скорее всего, видимо, это в тот момент, когда пытались вытащить вот эти колонны, они там подкладывали. Но Олег, кстати, сегодня вот они сейчас вытащили доску, вот эту вот доску, там следы от гвоздей. Ну, гвозди совершенно, ну, видно, что старые, да, то есть несовременные, там головка у них там прямоугольная и прочее. Вот, ну вот как бы так. То есть хорошее дополнение.
черных копать. 111-112 сантиметров. Вот, например, перед вами. Трое. Сейчас будут еще. 111-112. Вот предел. Ну, тогда то сейчас конец померим. Да. Мы померим, мы будем уже точно знать. Видишь, уже однозначно отвалилось. То есть это две колонны. Значит, когда блоки выламывали, когда они еще были в форме параллелепипеда, отделяли блоки, шпурты загоняли, 2,5 сантиметра. Вот он, уровень прекрасно в него ложится. Если бы эта фреза, она бы хоть где-то ушла в сторону. Вот, а это идеально ровно. Вот он, пас встал. Один. И сейчас второй вставлю. Давай нырнем. Вот он, все. Вот. Они вот так вот, вот эти вот два паза, они идут вот так вот, то есть не параллельно, а вот так вот. Ну это когда вот загоняли где-то там, сверлили чуть-чуть не по размеру. А может быть специально один вот так сверлили там, не знаю, там, или как уж бур пошел, сверло. Сейчас здесь проверим.